Друзья, вот я говорю, почему служба безопасности Украины должна обратить внимание на ворюгу Требушкина. Это дорога стратегического назначения, в том числе грузовики едут на фронт. И вот это есть диверсия со стороны местной власти, дорогу стратегического назначения содержать в таком состоянии. Посмотрите на... Вот, ну, просто листвой засыпали, видите? Может, это люди сами, может, коммунальные службы. Посмотрите. И напишите свое мнение. Считаете ли вы Требушкина патриотом, либо вы считаете его диверсантом и тем человеком, который работает против Украины. Против. Поддерживает до сих пор Путина, зовет его и благодарит. Помните, да? Я скину ссылочку в комментариях. Есть еще в сети, не все удалил.